когда там вошел сын, шпитирует. А мы слышим, что там скандал? Да, я сказала, вы слышите, что там скандал. Я вам буду рассказывать. Привет, ну, обстоятельства. Вот. Да, потому что там было какие-то крики, какие-то скандалы. Тишина? Ну вот. Ах, не кали меня. Давай сюда. Скандалы. Тишина. И начали. 3:33, 1:2. Уйди, у нас мотор. Уйди совсем. Не надо совсем. Уйди, совсем уйди. У нас хлопнули уже. Господи. Все, готово. Какой ракушный, я твердый. Ничего страшного. Тишина? Это не рабочая сторона. Тишина? И начали. Тишина. Тишина. Тупая. Давайте с жопы. Ну давай проходим, как тебе будет. Тише! Тишина. Массовкой начали. Знаешь, куда себе засунь? В жопу засунь. Ну, это знакомьтесь, Ирина Алексеевна. Оборудование для... Так, дальше мотор еще раз. Сейчас Игорь заходит. Сейчас каких-то там... Где-то роботические операции, а там эндоскопические операции. Слушай, они чем-то отличаются? Роботические, да, а там эндоскопические. Хорошо, одно и то же. Вот, Ирина Алексеевна, знакомьтесь. Ирина. Ирина Алексеевна. А я ее Еленой назвал? А вы кто знает, я всегда Еленой называю. Хорошо. Потому что нельзя было так называть. Давайте сюда. Вот, Ирина Алексеевна, ознакомьтесь. Это новое оборудование. Блин, это город. Фила, скучно с вами. Все, все. Правда. Естественно. Да не, на самом деле, что-то Фила плохо с вами. Реально. Ну что, совсем плохо с вами. Все, давай, тишина. Тишина. У тебя смеется пациент, Лен. У него какой-то причем. Он смеется. Он плакать должен, потому что я его сейчас оперировать буду. Так, все, тишина. И не переживай. Тебе самому отдых сейчас нужен еще какой, а ты все кого-то приводишь, за кого-то хлопочешь, ну правда. Вот я так наблюдаю, это же ненормальная жизнь, ненормальная. Тебе самому отдых нужен, ты все о ком-то думаешь, все кого-то приводишь, кого-то устраиваешь. Жена устала, я понимаю, да, с такой работой. Съесть и молчите, честно, Олежа, поверь мне. Я так хочу, чтобы у вас было все хорошо. И у тебя. Ты всем нужен. Пошли, у меня шарлотка там, я тебе домой заверну. Шарлотку испекла. Пошли, выпивай кофе. А шарлотку тебе сейчас заверну, зайдем. Ладно? Я всегда делаю шарлотки, всем нравится. А сегодня еще никому не сказала, что я ее сделала. А то вы там уже съели. Пошли, я тебе шарлотку заверну. Пей кофе. Слушай, у меня такие шарлотки получаются. Всем уже понравились. Ну, я так, когда пришла познакомиться, сделала. Вот. Да я много чего. Я и поваром могу. Не смотри, что у меня такие ногти. Ну как вы? Очумевший, Костя, очумевший. Думаю, я пойду посплю часочек. Но здесь спокойно. Иди, иди, все нормально. Как тут поют животом. Фу. Извини, ради бога. Ничего страшного. Это я уже очумевший. Позвоните мне. Все, извините.